Очень круто. Награждение, ребята, мы начинаем. На сцену приглашаются наши жюри 80-го левела. Дэши. Сакура. Мамави. Вообще, привет! Это мой первый раз в качестве жюри. Я очень благодарна организаторам за то, что они предоставили такую возможность и то, что это случилось именно здесь, перед ним, потому что у вас замечательный фестиваль. Отличная поддержка зала, просто потрясающая. Спасибо, ребята, вы очень помогали всем участникам, поддерживали. И это всегда здорово получать такую поддержку зала. Я как раз говорю, так что мне вот еще понравилось. Спасибо большое. В общем, видимо, сама судьба взяла нас за ноздри и привела сюда, поэтому огромное вам спасибо за то, что мы с Крис были здесь. Крис вас любит и передает вам приветы, потому что мы буквально влюбились в ваш фестиваль. И на самом деле сегодня вы нам задали такую задачку. Все такое вкусное, все такое замечательное. Вы все огромные молодцы. Мы хотим, чтобы вы это знали. Максимально лаковый фест. Это было офигенно, зал офигенный, косплееры чудесные. Спасибо вам. Всем привет, я Рэмик. Здесь на самом деле очень здорово, город классный, фестиваль мне безумно понравился, действительно атмосфера просто потрясающая, зал поддерживает в любой ситуации. Очень, это просто супер. Я также прошу по уровням. Мне понравился кавердес. Вы, ребята, большие молодцы. Спасибо большое. Всем еще раз здравствуйте. Я впервые в нашем фестивале Паникомикс. Мне здесь очень понравилось. Не было ощущения, будто это какое-то вообще чужое мероприятие. Все такие доброжелательные, все свои. Мне очень понравилось. Все отлично постарались. Спасибо организаторам за такую возможность. Спасибо вам, зрителям. Спасибо участникам. Вы молодцы. Всем еще раз привет. Меня зовут Сакура, да, кто-нибудь запоминает. Вот. Спасибо за предоставленную возможность приехать к вам на фестиваль, побыть членом жюри с такими ламповыми людьми еще, познакомиться с новыми еще людьми, участниками. Вот. А так как я приехала, если вы слышали внимательно, я приехала из города Кирова, и я являюсь одним из организаторов Кировского фестиваля Айо. И я приехала не просто так, то есть я сейчас выберу одного косплеера и одну команду, которая проходит сразу к нам на фест в конкурсную программу. Волнение такое, смотри, вот. Да-да-да-да-да-да. Итак, я, наверное, лучше с кавер-дэнса начну, да? Можешь помочь? Так, к нам на фестиваль в Киров мы с моей ученицей, как вы уже видели, она танцевала со мной вместе, выбрали команду АМ. Вы просто мне пишете, находите меня в ВК и говорите, мы едем, и как бы все. Делаю там крутой аплодисмент, подбегайте ко мне, забирайте свой диплом. Это автоматическая проходка сразу к нам на фест. А, ребят, если что, я тут такой нехороший человечек. Кировский фестиваль у нас в этом году герои темы, и фест у нас бесплатный, если что. Реально. Что, держите, это ваше. Так что мы вас ждем. Вот. Аплодисменты еще раз. Ну и косплей, который выбрала я, это одиночное дефиле. Я не знаю, правильно я сейчас произнесу, потому что я прошу, наверное, чтобы мне помогли. Три Вириан. Где она?
впереди, я их не вижу. Вот она бежит. Еще одна тоже полная аплодисмента, если вы ее помните, она выходила в самом начале. У нее были очень классные крылья. Держи. Ждем вас на наш фест. Рад всех приветствовать, и сейчас мы будем награждать тех, кто выставлялся сегодня у нас в номинации «Стенды». На самом деле, надеюсь, что в следующем году в этой номинации будет представлено больше народу, так что подавайте заявки и участвуйте. Хоть и было мало стендов, но все равно было очень сложно выбрать победителя. И поэтому для начала у нас специальный приз. Специальный приз достается, так, внимание, барабанная дробь. Конкурс стендов в номинации «Самый каноничный стенд. Очень странные дела». Особенно 11-е. Те, кто видел, те оценят, конечно же, бренда, ну и сам стенд. Ну, теперь это еще призов спонсоров. Спасибо, ребята. Может быть, есть пару слов? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Это было очень интересно. У нас тут первый опыт создания стенда. И это действительно превзошло все наши ожидания, как по мне. Потому что сидишь и думаешь, а вот как это будет стоять, а вот как это будет работать, а все ли будет хорошо, а зайдет ли людям. И вот, когда заходит, когда люди подходят и фотографируются на фоне. Молодцы! Молодцы! Спасибо большое всем, кто приходил и общался с нами. Спасибо. Ну и теперь награждаем нашего чемпиона за первое место в номинации конкурс стендов. Это Хогвартс. Пожалуйста, на сцену. Поддержим аплодисментами. Событие. Барабанная дробь за первое место. Пожалуйста, спасибо вам за ваше участие и немножечко слов победителям. Привет, Пони Комикс. Ты хай. Спасибо большое организаторам фестиваля за возможность, за то, что можно вас выставляться, показывать, радовать вас. Спасибо жюри за выбор, нам очень приятно. Ну и спасибо всем участникам, всем гостям, всем, кто подходил, надевал шляпу, отправлялся на факультеты, играл в шахматы. Всем, кто говорил, ребята, вы классные, да, это самое главное, мы все делаем для вас. Спасибо, просто спасибо. Спасибо всем, аплодисменты еще раз, и мы переходим к следующей номинации. Так, третье место занимает... Чирой в темноте. Чирой в темноте. Мы видим этого человека. Он пишет. Готовка не для всех.
Простите хотя бы, вы тут? Похоже, что Нафаня ушел домой. Ну это логично. А нет, все, бежит. Пакет, больше пакетов. И конкурс завтра первое место награждается Олежа. Вокал награждается Кэм. Вокал награждается Севен. Здесь, конечно, да. Очень много Севен сделано. Аплодисменты, пожалуйста. И дипломом за первое место в номинации «Вокал» награждается Крис. Крис, ты здесь? Yeah! Отличное мастерское исполнение, очень душевное. Восток. Третье место, и им награждается Мария. Мария. Thank you.
площади Зверозаба Югимару. Thank you.
Так, что? Будем объявлять? А, ребят, простите, я вам переволновалась немножко насчет Кировского феста, не сказала, когда он у нас в августе, 18 числа. Вот, запомните. Ну, а сейчас самое главное. Объявляем. Кавер-дэнс. Ну, для нас самое главное. 3-4. Радость девушек, извините, со всеми людьми, которым я говорила не бегать в проходе, потому что нам хотелось еще посмотреть все танцы, все расстановки, поэтому если что, извините, из-за зла хотели посмотреть следу. Да, это самое важное. Да, и у нас были очень большие баталии по поводу третьего места. Вот, и мы пришли к выбору, что третье место занимает команда Аджика! Итак, второе место у нас в номинации Cover Dance. 3-4. Я думаю, что у вас еще много всех впереди, мы расстраиваться не будем. Наоборот, ловим кайф и идем вперед с новыми силами, за новыми победами. Как-то так. Вот. Ну и танец, который мы выбрали. Ребята, это было очень круто, реально. Поэтому, я думаю, давай сразу скажем, чтобы не томить. И это Black Widow, группа попали сегодня.
Хорошо.